Dragilor, Iisus ne-a spus să mergem să ducem Evanghelia Lui începând din casele noastre, localitățile noastre și până la marginea pământului. În acest video scurt am să povestesc cum am dus Evanghelia la refugiați începând din casa mea, vadul lui Isaac, Onești și până unde Dumnezeu m-a călăuzit. Așa că vă urez vizionare plăcută și chiar vă rog să vă rugați pentru cei care ascultați ca cuvântul semănat în inima lor să rodească și pentru mine, ca ori de câte ori deschid gura, Duhul Sfânt să lucreze pocăință și naștere din nou în cei care mă ascultă. Добрый день, люди. Я в Молдове, в Джурджулещах. Меня принял Александр Бузела. Это человек с большим сердцем. Я вам хочу сказать так. Бога, если вы откроете Бога здесь, Он с вами будет всегда. Меня здесь очень хорошо приняли. Мне дали вот такие вот книги. Главная книга, кстати, это Библия. Люди, если вы начнете читать эту Библию, вы поймете, насколько важен Бог в нашей жизни. И без Него мы никуда. Все, спасибо Александру Бузелу еще раз, что принял нас очень, он очень помогает людям. Спасибо вам большое. И я как понял, вы будете жить в Молдавии? Да, буду жить в Молдавии. Мы остаемся здесь, да. В Кишиневе? В Кишиневе уезжаем. Я вот ребеночек, у меня и там муж. Да, да. Супер. И как вы мне сказали, будете посещать здесь церковь, да? Конечно, да. Там уже в Кишиневе будем посещать. Слава Богу. Церковь. Я вам дам адрес, и вы уже в это воскресенье будете в церкви, да? Да. Очень рад. Да, да. Благословений вам и да. Бог с вами в дорогу. Спасибо вам большое. Я знаю, что вы помогли очень богатым людям. И нам тоже. Спасибо вам большое. С Богом, с Богом. Иисус стал нам другом. Мы на деле узнали. Он врачует недуги. Удаляет печаль. Буду потом делать. Меня зовут Александр, я из Одессы, мне 10 лет. И тебе понравилась эта книга? Да, очень понравилась мне эта книга. И что ты из нее учил? Важно иметь истинные отношения с Богом или нет? Важно. А почему? Бог дает нам силы жить, мечтать, любить. Супер! И кто может нам прощать все грехи? Бог. Всем привет, меня зовут Вероника, и вот эту книгу я делала, уже закончила, буду скоро новую делать, а еще буду прочитаю вот эту. Супер, откуда это, Вероника? Из Украины, Пострамилы. И тебе нравится здесь у нас, в Молдавии? Очень нравится, даже отсюда выезжать не хочу. Может быть, найдешь здесь мужа? Да, да, да. Что ты поняла из первой книжечки, важно иметь отношения с Богом или нет? Очень важно иметь отношения с Богом, потому что Бог нам помогает в жизни, Бог помогает нам во всем. То, что мы делаем, Он пускает нам саму судьбу. Супер, очень хорошо. Здравствуйте, меня зовут Марьяна, я из Украины, города Одесса. Вот нам дали такие книжки замечательные. Мы уже начали проходить уроки здесь. Я сделала, но не закончила до конца. Эта книжка сейчас, тем более в такое время, как для нас, когда у нас происходит переоценка всех ценностей, она сейчас как не кстати к нам, она сейчас нам очень помогает, потому что у тебя в голове все перестраивается, и ты понимаешь, как ты должна поступать, жить, какие должны быть твои поступки, действия. Как нужно правильно себя вести. И это как не... Ну, очень помогает нам сейчас. И вот мне дали такую следующую книгу «Освобождение от страха». Она сейчас нам тоже очень нужна всем украинцам, потому что мы все боимся за себя, за свою семью, за всех своих близких, за нашу Родину. Спасибо большое. Я сунду сора Микела. Сунду итальянка де оригин. Dar de 30 de ani sunt în România. Aparțin de surorile lui Iisus Răscumpărătorul. În România suntem recunoscute legal pe Fundația Victorin Ledier.
care găzduiește copii părăsiți de familie, care sunt orfani și au probleme mari, de risc mare în familiile lor. De pe 10 martie am primit pe frații noștri ucraineni. Sunt 16 persoane împărțite în 4 familii. Cine primește pe un frate al meu, pe mine mă primește. Ușile casei noastre s-au deschis larg. Comunitatea noastră a primit cu mare bucurie pe frații noștri ucraineni. Ne dorim ca ei să găsească în mijlocul nostru un pic de alinare a suferinței și dor de casă. Vrem să le ștergem lacrimile care curg pe obrajii lor triști. Avem une mărturii din partea lor. Eram în bunker și auzeam bombardamente. Am plecat la risc cu toată familia. Am plecat cu mama și doi copii ai mei cu mașina. Soțul meu a rămas să lupte. Cu mare bucurie noi trăim împreună cu ei și cu copiii de care ne ocupam noi. Și noi suntem convinși că ei se află bine și sunt în liniștea și au siguranța pentru tot ce este material, dar și spiritual. Spuneți ceva despre familia lui Vadim? Vadim este o familie foarte credincioasă, aparțin religie baptiste. Și Vadim participa împreună cu familia lui la slujbele noastre duminica și lăsam și se roage și să citească Biblia în limba rusă. Ați vrea să le urați ceva? Cât mai curând ce vreți să întâmple cu ei? Cât mai curând noi dorim, cât mai curând să se întoarcă la casele lor. Dar nu îi sfătuim să plece acum, pentru că situația este foarte șubredă. Da, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și ultima întrebare. Cum credeți ce ar trebui să facă toți creștinii, indiferent de confesiune, acum, în așa momente de război? Încurajez pe toți aceia care pot să facă un gest generos, să îi ajute pe acei frații noștri. Foarte frumos. Domnul să vă binecuvânteze și să vă răsplătească. Mulțumesc. Наша семья Пандоренко. Мы из Николаева. Меня зовут Вадим. Жена Ольга. И две дочери Елена и Виталина. Мы уехали из Николаева 8 числа, когда уже над нами летели грады. Вот. Оставили все, что было. Все, что может быть полезно для жизнеобеспечения, оставили в церкви и уехали на своей машине, взяв вещи, самое необходимое. И за 2 доехали сюда, ехали. Слава Богу, Бог хранил. Первую ночь мы ночевали в Уманской церкви Ивановских христиан-баптистов, вторую ночь ночевали у пастора в Камнец-Подольском. И потом через пропускной пункт Мамалыга заехали через Костешки сюда. Здесь, на территории Румынии, нас встретил брат-пятидесятник русскоязычный. Я сказал, что мы не поедем в центр беженцев, что мы будем искать братьев по вере, и все вопросы Господь снимет сам. И он сказал, что вы уже нашли, я тот человек, который вам нужен. И направил нас сюда. И так мы познакомились здесь, проехали ночью еще 4 часа от границы, и здесь познакомились с сестрами, миссионеры, братья нас свели, мы здесь поселились. Вот. И мы ни в чем не имеем нужды. Вот. Бог обо всем побеспокоился за нас. Вот. И мы славим Бога и надеемся, что Он позаботился бы, даст Бог, и о всех наших
земляка, который здесь, на территории Румынии, так, как он о нас позаботился. Угу. Вот, пусть ему слава будет во веки. Брат Вадим, и вы как пастор, что собираетесь сделать? Я не пастор, я просто проповедник. Ну, проповедник. Что собираетесь сделать вот с этими книжками, которые держите в руках? Что хотите? Вас здесь, скажем, там 16 человек. Будем работать над этим курсом. Будем изучать, читать, смотреть. Здесь учебное пособие для работы с текстами из Библии. Для того, чтобы не просто прочитать текст, а для того, чтобы задуматься над теми стихами, которые здесь есть, и сделать для себя выбор. Ну и, соответственно, найти себе место в Церкви Божьей. А как вы думаете, помогает вот в такой ситуации Библия человеку? Любому верующему человеку Библия только может помочь, она никак не повредит. И особенно в таких моментах, да? И верующий человек, он всегда ищет братьев, сестер по вере. И верующий человек всегда, если что-то есть, он становится на колени, молится и уповает на Бога. Поэтому тот, кто знает Слово Божие, он знает, что делать. Супер. Супер, спасибо. Спасибо. Слава Богу. Да. Иисуса нам друга мы на деле узнали. Он прощает мне груди, удаляет печали. Он нас сделал. Dragilor, de mult n-am mai fost la Vama Ranger Giulești, sunt la Vama. Văd că mai mulți oameni se duc spre Ucraina decât vin spre Moldova, așa că aici nu prea mai avem de lucru, după cum am spus, și mâine trebuie să merg spre Constanța. Domnul să binecuvânteze România, Moldova, Ucraina cu pace și întreaga lume. Fiți binecuvântați! În aceste zile în care ne amintim de jertfa Domnului Iisus Hristos, vă rog să vă gândiți fiecare personal, l-ați primit în inimă sau nu. Și atunci când vă salutați cu Hristos a înviat, gândiți-vă, a înviat Hristos cu adevărat și în inima dumneavoastră. Asta e foarte important. Dacă acest eveniment încă nu s-a întâmplat, naștere din nou, grăbește, iubit ascultător, și pocăiește. Împacte cu Dumnezeu, cât încă nu-i târziu. Fă din acest Paște cu adevărat o sărbătoare.